Приветище! Это кукинг-симулятор. Будем с тобой сегодня шеф-поварить и не будем задерживаться. Погнали! Хотите продолжить обучение в первый день? Конечно, я первый раз вообще на кухне нахожусь. Ну, в смысле, не вообще, а вот именно на такой. Привет, я новый менеджер этого ресторана. Раз у вас сегодня первый день, я покажу вам, что здесь есть. Но сперва я хочу, чтобы вы запомнили несколько важных вещей на случай, если растеряетесь. Неважно, я не буду тебя читать, менеджер. Господи, это что, кухня, что ли? Ты глянь, здесь убитые мухи. Жесть, они все искрят. Ай-яй-яй, а таташки? А это печки, тоже все ушатаны. На какую кухню меня затолкали? Ты прикинь? Мы сейчас здесь будем с тобой воротить дела. Кажется, прошлый владелец бросил это место в плачевном состоянии. Возьми телефон, нужно вызвать мастеров. Конечно, надо вызвать, здесь починить все нужно. Как я буду здесь готовить? Кстати, мы с тобой находимся где-то на крыше в центре. Не знаю, может быть, Лондона или Америки. Так, где трубка? Трубка, возьмем трубку. Угу, как ей пользоваться? Ну и бардак, нужно починить газовую плиту как можно скорее. Конечно, надо. Следуй за отметкой, возьми с собой телефон. Да я уже взял вообще-то его. Так, повернуть. О, вот как пользоваться телефоном, оказывается, надо. Все неправильно пользуются телефоном, его нужно вот так вот поворачивать. Ловить связь. Звонить это не по телефону, это не для него. Так, что мы еще можем сделать? Бросить, да? А! Ё-моё! Стекло разбил! Ай-яй-яй-яй. Ай-яй, еще сейчас окна придется чинить. Ё-моё. Вот это начало. Вот это я пришел на кухню. Детальное управление. Так, сдвинуть вертикально. Повернуть. Ну, это я уже умею. Ну и бросить. Это я все умею. Так, значит, берем телефон. Нужно идти по зеленой вот этой вот линии. Бежим, бежим. Есть. Ого, на починку этой штуковины уйдут годы. Да ладно тебе, годы тут делов-то. Ну, хотя да, я бы на самом деле выкинул это на мусорку. Короче, нам нужно сейчас позвонить и вызвать мастера. Вон, слева мы видим фирмы. Вижен из Железного Человека. Я тебя призываю, мне нужно, чтобы ты починил мне плиту. Так, значит, кого мы с тобой выберем? Хэндимен, Хомер Пайр. Кстати, смотри, каждая фирма стоит по-своему. То есть у каждой фирмы починка какая-то 75 центов, 50 центов, 37 центов. Давай, наверное, дешманскую вот. Какая-то Папайр 37 центов. Самую бомжовскую фирму. Сейчас сюда прилетят бомжи и починят мне эту технику. Все, чиним. Одна есть, осталось 4. Теперь осталось отремонтировать духовки и фритюрницу. Ну хорошо. Так, она будет чиниться минуту 22. Значит, идем. Это не мойки, это фритюрницы. Чинить нам будет та же фирма. Хопа. Хопа. Отлично, у нас осталось 2326 центов. А вот эти вот духовки, ну давай другую фирму посмотрим, может она будет быстрее чинить. Смотри, что тут написано. Я больше никогда не буду ставить огнетушитель в духовку. Это, короче, прошлый владелец этого ресторана оставил мне записочки. Можно будет побегать, почитать, что здесь написано. Вот поэтому у вас и одна рука. Здесь, видимо, ножи были, он оттяпал себе одну руку ножиком. Ладно, сейчас не об этом. Выберем контору подороже. Бейкерсон, 50 центов. Хэндимен. Фаст сервис, во, быстрый сервис. Ну-ка, чиним. Нифига себе, смотри, за 42 секунды. В два раза быстрее, чем фритюрница починится. И что мы там еще чинили? И духовки. Ладно, давай и здесь тогда фаст сервис. О, прекрасно. Отложите телефон, надеюсь, он больше не понадобится. Я тоже на это надеюсь. Так, телефон, возвращайся на базу. Ой-е. Во-первых, вам понадобится оборудование. Какое оборудование? Найдите картонные коробки, наведите курсор на одну из них и нажмите, чтобы открыть магазин. В смысле, мне надо нажать на картонную коробку, чтобы открыть магазин? Да ладно. А, как все просто и гениально на самом деле. Выберите вкладку «Оборудование». А где здесь оборудование? Здесь только продукты, специи, жидкости, утварь. А погоди, вот утварь, бленды. 250 центов стоит, а у меня всего 500 центов осталось. Кажется, я на грани банкротства. Короче, я купил блендер. Теперь положите блендер. Можно переносить только один предмет за раз. Ну, это неинтересно. А куда его положить? Где зеленая линия? Господи, ну я и повар. Вот сюда, да? Да, вот я сюда кинул. Будет быстрее, если передвинуть коробку. Наведите на нее курсор, нажмите Е, чтобы ее поднять. А какую коробку? Где? А, вон ту, наверное, коробку, да? Значит, берем коробку. Коробку взяли.
переносим ее вот сюда. Кладем. Даль... Корявые мои руки. А присесть можно? А вот. Присели. Взяли. Подняли, положили. Все. Что дальше? Что делать дальше? Менеджер, как готовить? Вот это я шеф-повар, да? Без менеджера нифига не могу. Купите оборудование из списка в магазине. Как... Противень, большая кастрюля, разделочная доска, нож, сковородка, лопата. Сколько всего купить надо? Ладно. Большая кастрюля, покупаем. Лопатка, покупаем. Ай-яй-яй-яй-яй, купить-то не нажимаю. Купить! Кастрюля есть? Ее поставим на плитку с тобой. Кладем сюда. Лопаточка. Покупаем. Ее кладем здесь. Ножик. Берем. Ай-яй-яй, ножик это вообще. Вот, вот сюда мы его и воткнем. Вот тут вот, вот так. Хорошечно. Что там еще? Сковорода. Купить. Ее тоже на плиту. Круто. И еще разделочная доска и противень остался. Разделочная доска. Ну, конечно же, мы все будем резать вот здесь. Вот где у нас ножик есть. Разделочную сюда. Потом, притвинь. Притвинь. Противень, конечно же, противень. Да, противень надо вон туда. Открываем духовочку, противень убираем туда. Все должно быть... Все должно лежать на своих местах. Вот что я хотел сказать. И последняя большая кастрюля, еще одна. Все. Две кастрюльки, сковородка. Ура! У нас есть утварь, но нет рецептов. Идите к ноутбуку. Конечно же, конечно же. Я шеф-повар, который не умеет готовить это, во-первых. А во-вторых, я не знаю ни единого рецепта, поэтому я буду пользоваться... Чем правильно? Интернетом. Найду любой рецепт мамочки какой-нибудь и буду готовить. Значит что, первый день. Статистика. Продано заказов среди... Откройте рецепт. Короче, это состояние моего ресторана. Мне нужно заполнить все 5 звезд. Короче, чтобы ты понимал масштаб трагедии, меня наняли, чтобы поднять этот ресторан, чтобы мы имели 5 звезд. Вот так-то. Знаете, где у нас тут это... А ресторане-то не... А вот менеджер рецептов. А где рецепты? Я не понял. Я не понял. У вас нет рецепта? А во! О! Чё, значит, давай запечённый форель. Запечённая форель, покупаем её. Отлично. Можем взять ещё стейк лосося с варёным картофелем. Я чё-то кушать захотел. Возьми печеньку покрасить, а? Или там мороженку, или шоколадку. Томатный суп тоже купили. Чё, в принципе, всё. У нас пока что 3 блюда есть. Я думаю, нам этого будет достаточно. Выходим. И пойдем готовить. А, точно, нам нужны специи. А где специи? Опять в магазин надо идти? А подожди, вот сюда. Забывай вечно, что магазин у нас находится в коробке. Это просто капец. Специи. Соль, конечно же. Как же без соли? Соль у нас есть. Ну, куда мы ее закинем? Наверное, сюда, потому что будем сыпать ее в кастрюлю. Что еще нам нужно? Черный перец купить, молотый. Ох, господи, сколько всего купить. Почему я не могу сразу все это дело купить? У меня тут места мало. Куда это все поставить? Все, все специи купил. Хрен и черный молотый перец, все куплено. Вот так. Ну что, нам нужны еще некоторые ингредиенты. Куриный бульон. О, куриный бульон как в банке из-под сока продается. Прикольно. Так, что такое подсолнечное масло? Ну конечно же, как же я буду мясо обжаривать? Что ты там брянкнул? Так, и последняя сметаночка. А кетченеза нет? Смотри, сметана как продается, тоже как сок. Как сливки. Ну все, мое дело сделано. Посмотрим, как вы справитесь со своим. Подайте мне запеченную форель. Как форельку надо сготовить? У меня есть что-нибудь в холодильнике? О, смотри, у меня в холодосе. В холодосе сколько всего. Уведомление. Помните, что каждый продукт стоит денег. Если я, короче, профанюсь, то мне придется отдать все из своего кармана. Берем, значит, рыбку. Положите форель на разделочную доску. Есть, возьмите ножик. Я думаю, что ножик. Хорошо, я понял. Можно я холодильник закрою, а то у меня там все разморозится к чертям. Так. В рецепте сказано взять по 5 грамм чего-то там. Может, я вначале форель разделаю? А, подожди, нет, ее не надо разделывать. Зачем я схватил нож? Господи, форель, я чуть тебя... Не... Ну, ты понял, да? Значит, берем черный перец. Вот так. Посыпаем это все дело. Вот так, 5 грамм. Там было написано 5 грамм, а я 6 грамм. Ну, думаю, ничего страшного. Думаю, ничего страшного. Слушай, разделочная доска у нас здесь, поэтому пусть кайспеть будет здесь. Сушеный что-то там, какая-то фигня. Тоже 5 грамм надо все это дело сделать. 5... Ой! Это что за глюки такие? 2 грамма. 5 грамм. Все. Все по фэншую. Ровненько. На глаз.
Так, и вот этот сушеный какая-то фигня. Тоже 5 грамм надо, да? 3, 4, 5, 6. 6 грамм, ну ничего, не страшно. Так, все, я ее посыпал. Фу, как-то я ее некрасиво посыпал. Смотри, там какая-то зеленая жижа на хвосте. Ну ладно, главное, что это есть буду не. Открываем. Есть все равно будет наш менеджер. Противень кладем. Рыбку берем. На противень нее закидываем. И в печечку давай. Вот так. А на сколько ее поставить? Здесь как-то надо как-то... А чё крутить? Чё вертеть? Вот это, наверное. Это я свет включил? Или я готовлю? Вроде готовится. Пора отправить ее в духовку. Да я ее уже положил. Она у меня вон там жарится. Погоди, походу я ее не туда положил. Точно, духовки-то в другом месте. Ну, кстати, форель почти готова. Смотри, форель почти... 200 грамм, она почти готова. Ну ладно, давай ее вытащим. Положим в другое место. Вот сюда ее надо было запихнуть. Вот так. У меня тут просто несколько печек. Все, готово. Опа! Форелечка моя, готовься. Нам нужен лимон, купи его. Сейчас я быстренько здесь все закрою. Лимоныч, лимоныч. А что там он снизу? У меня там лимон есть? Или что это что такое? Вот это вот. Вот он, лимон, зачем его покупать? Хотя реально я взял из холодильника лимон и потратил 1 цент. Че за дискриминация? Все, лимон есть, надо его разрезать, да, я так полагаю? Разрежьте лимон ножом на 4 части. Господи, 4 части! Я ножик-то еле дерзать, держать умею. Ладно, сейчас попробуем. Тихо, тихо. Давай, режь. Не режет он его. Как так-то? Давай. Господи, как это сложно! Как это сделать? Как это сделать? Есть. У меня будет лимон порезан, как огурцы. И вот так вот еще. Все, на 4 части порезал. Как по-ресторански. Надо было разрезать на ровные части, он там понял, что со мной это проблематично. Он сказал, иди купи тарелку. А где купить тарелку? А, вот. Зачем ее покупать, если она у меня здесь есть? Но я все равно ее купил. Она у меня есть, но я все равно ее купил. Это что за идиотизм? Так, тарелку я кинул. Все, форелька моя готова. О, она, по-моему, уже там суглилась. Там одни остатки от форели. Значит, тарелочка. Открываем. Да что ж такое, открывайся. Так, форель. Перекладываем. Ху-ху-ху. В конце приправить форель 5 граммами хрена. Сейчас приправим. А, как пахнет угольками. А где у нас тут хрен? Вот он, сушеный хрен. Приправим. 5 грамм, надо не переборщить. 6-7 грамм, переборщил. О, господи, все, можно в мусорку выкидывать. Ну ладно, что, в принципе, готово. Тащим ее. О, смотри, я ее могу подкидывать. Бросить. Бросил тарелочку. Форелечка, подожди, надо ее подобрать. С пола, ну ничего. Так, теперь возьмите четвертинки лимона. Точно, лимон-то зачем нам нужен был? Лимон! Так, берем лимон. И выдавливаем, да? Повернуть. Как? А как? Что делать-то надо? А, мне надо, видимо, все дольки сразу взять. Ладно, попробуем. Я попробую. Может, мне поднос взять, я не знаю. Короче, берем поднос. И вот так вот это делаем. Ой, рыбу-то не сюда, вот так вот. Как? Как? Вот так вот сейчас мы с тобой это все. Давай, падай. Ха-та-та пытаешь. Вот так вот. Все как надо. Все по красоте. Все, я вроде бы все сделал, да? Так, форелька что-то у нас лежит как-то не очень. Как мне выжать долбанный лимон на эту форель? Кто там? Что там? Ты слышишь? Психи за рулями гоняет. За рулями. Психи за рулем. За рулями. Ай, форель опять упала. Да что ж такое-то? Короче, просто вот так вот укладываем лимон. Вот так по красоте. Последняя долька. Вот, все. Наконец положите, что там еще положить ему? 6 грамм чего-то-то там нужно закинуть. Где? Чего? Петруш... Вот, у меня тут петруха растет. Круто. Покупаем петруху, которая растет у меня же в ресторане. И нужно как-то ее положить на тарелочку. Вот. Все. Приправил. А, правда? Вот этот кусочек петрушки, это 2 грамма. Мне нужно 6 граммов. Господи, сколько ж у вас педантности. Так. 4 грамма. Еще кусочек петрушки. Я так запарюсь бегать, петруху рвать.
Сразу нельзя было 6 грамм оторвать. Чё, вроде бы все. Свежая петрушка 6 грамм, форель 200 грамм, лимон 80 грамм. Ну и блюдо. Отлично, блюдо готово, осталось его подать. Поставьте его на стойку выдачи. Пожалуйста, наконец-то. Наконец-то я сготовил это блюдо. Сфотографировать свое блюдо. Ну, давай сфотаем. По красоте сейчас сделаем. Подожди. Поле обзора. О, ну и ракурс. Все, короче, я сфоткал, отлично. Отдайте уже наконец-то это блюдо, запеченная форель. 7 минут я ее готовил. Фух. Вау, ты посмотри, вкус 4 звезды, почти скорость 5 звезд. Вот это я скоростноготовительный шеф-повар. Слава 6 из 30, очки готовности 4. Давай посмотрим на жалобы гостей, есть ли они вообще идеальны. Все сделано просто перфектно. Окей. На сегодня все, а завтра мы откроемся для посетителей. Будьте готовы проявить себя с лучшей своей стороны. Сейчас я тут все по фен-шую, по красоте, как вам тут нарежу, начикаю. Все ахнут, охнут в HP. Так, привет. Вы так же взволнованы, как и я. Помните, что все, что вы проделаете в этом ресторане, что-то там вперед, давай сделаем этот ресторан лучшим в городе. Мы это знаем. О, господи, как ты меня запарила, менеджер. Слушай, тарелку, кстати, никто не убрал. А где мусор? Можно я просто это выкину в мусорку? Вот так вот, уберу за собой тарелочку. Менеджер там что-то болтает, ну и пускай... А это что у нас? А, так вот метелка-то, что я туплю, смотри. Гоночные метелочки, сегодня мы с тобой займем первое место по эстафете спринт на 400 метров. Так, что я хотел? А, точно, в ноутбук заглянуть. Что тут написано? Играть на работе здорово. А можно поиграть? Наш первый заказ на сегодня — стейк лосося с вареным картофелем. Отлично. Так. Так, срочно. Я нервничаю. Стейк. Как приготовить стейк? Точно, на сковородку надо. Или на противень. Почему у меня печка работает? Найдите большую кастрюлю, в ней мы будем варить картофель. Хорошо, подожди, а где картофель взять? Картофель, срочно. Паника. Картофель, лимон. Лимон, не картофель. Закинуть в кастрюлю не получится. Найдите большую кастрюлю, в ней мы будем готовить картофель. Да что ж такое-то, картофель надо купить. Картофель, вот, картофель, лимон. Помидоры, паника, лук, картофель. Отлично, смотри, сколько картошки. С Беларуси, наверное, навезли. А может быть и 3 картофеля. Паника. Картошку закинули, надо воды набрать. Воды набрать, где кран? Кран есть, холодную воду включаем. Есть. Вода бежит, смотри, сколько литраж. Дорого, богато, нельзя. Так, ставим кастрюлю сюда. Ага, все, наливаем. Фух. А сколько литров воды надо налить? 500 миллилитров. Хватит? Или маловато будет? Ладно, давай еще нальем. 580 литров надо было налить. Ну да ладно. Ставим кастрюльку. Фух. Что по времени? Время бежит. Холода закрываем. Включаем, все. Кастрюлька варится. Не та плита включилась, да что ж такое-то? Нам нужно, чтобы вот это включилось. Она. О, все, варится. Надо поперчить. Соль. Надо посолить. Солим. Вот так вот. Сколько грамм? 4 грамма? 3 грамма? Сколько грамм надо посолить? 20 грамм! Посолить все это дело надо. Ладно, сейчас. 20 грамм. Белые пятна на рыбе. Теперь добавьте соль около 20 грамм. Да я уже посолил ее. 23 грамма. Она пересоленая вообще. Зубы сломаешь, когда куснешь. Где ты, менеджер? Че, по времени нормально. Добавьте соль около... Да я добавил! Добавить соль, большая кастрюля. Ее в кастрюлю надо было, 20 грамм соли в кастрюлю надо было, блин, не рыбу. Господи, рыбу испортил. В кастрюлю 20 грамм надо было, вот так вот, все. Все, хватит, 20 грамм есть. Что дальше? Теперь добавьте соль около 20 грамм. Да куда добавить? Я уже и сюда, и туда. Куда еще добавить-то, господи? Опа. Ну это же много. Много будет. Убираем. Сейчас стейк мы сделаем, ага. Берем, кладем. Подожди, а я, по-моему, это не соль, да? Где соль? Блин, я хрен в кастрюлю засыпал. Ладно, пофиг. Соль 20 грамм. Я думаю, что, ну, хрен 20 грамм, это нормально, да? Ну что, поехали, достань лосося из холодильника. Теперь достань картофель прямо из кастрюли. Да что вначале достать-то, и то, и другое. Ладно, достаем, короче, картофель. Кладем его... Нет, не сюда, наверное, надо было, да? Вот так вот.
Вываливаем, кастрюлю выкидываем. Да выкинь ты кастрюлю, господи. Так, затопили разделочную доску. Где тарелочка? Тарелочка, быстренько берем тарелочку. Пофиг вообще на этого менеджера, он болтает какую-то фигню. Я не понимаю, что он несет. То возьми, это возьми. Тарелка, подожди. Уже болтать устал. И на языке мозоль. Картошка упала, твою ж, налево. Подними, а, горячо, картошка горячая. Черт подери, да никак. Зачем ты уронил? Все, зачем ты уронил тарелку? Поднимаем картошку. Да что ж такое, она опять упала, да блинский. Подними, вот. Тихонечко кладем. Вот. Ну что ж, поехали, достань лосося из холодильника. Я его уже достал, я достал лосося из холодильника. Вот оно, филе лежит. Что с ним дальше делать? Может его просто пожарить? Не то включил. Ладно, достанем нового лосося. Хорошо, я понял. Походу мы работаем по твоей тактике. Вот, я достал, я его положил. Фух. Ай. Гриль! А, подожди, вот гриль. Надо было... Лосось берем, вот сюда кладем. Все, вот так вот. И здесь врубаем. Все, он грилится. А, что делаем с лососем? Черный перец нужен. Черный перец, вот он, перец. Мы посыпаем. А сколько грамм черного перца? Непонятно, сколько грамм. Ладно. Теперь берем сковородень. Берем сковородень. Поставьте ее на плиту. Зачем ставить на плиту? О, смотри, какое черное пятно. Это все перец. Ставим на плиту. Налейте на сковороду немного подсолнечного масла. Да я этого всю... Блин, я это все уже ранее сделал. Вот ты, слоу-покер. А, проливаю масло, масло. Да, все залил маслом. Так, 130 литров масла. Псих-повар на кухне. Так, значит, что, тут все жарится, шипит. Филе лосося испорчено. Переверните филе, надо лопаточку взять. Подожди, лопаточку. Лопаточку берем. Переворачиваем. Удерживайте. Вот. Филе упало. Филе упало, сейчас мы его поднимем. Не паникуем. Мы вот так вот берем и вот так вот. Филе уже сготовилось, оно очень горячее. Сейчас мы ее на досочку. Вот так. Вот так. Интересно, какой лосось мы подадим? Который замочен в жире, в масле? Или который я на гриле сготовил? Хорошо сготовил так. Поджарьте филе. Но я же вжарю его. Вжариваю прям. А можно как-то лосось подкинуть прям... На сковороде, не, походу так не работает. А вот кастрюлю кинуть, кастрюлю кинуть можно, сковороду кинуть можно. Кастрюлю, какая разница, кастрюля, сковорода, все равно и там пожарить можно. Время. Ой, короче, просрал я, походу, свою работу, меня выгонят с нее. Да уж, сколько там? Все, время истекло, минус минута уже пошла. Все, наконец-то он поджарился. Берем, короче, тарелку с картохой. Ладно, чтобы картоха не вывалилась. Так, кладем, все. Поставьте тарелку на стойку выдачи. Ура! Бежим скорее. Скорее. Уже время просрочили. Так, конечно же, сфоткать надо. О. Ужасное блюдо, но ничего. Подгоревший просто в угольках лосось. Это нормально. Это чисто моя кухня. Че, все? Отдать стейк из лосося. Готовка. 9 минут, почти 10 минут. Вкус, ну так, на троечку. Скорость вообще фигня. Общий счет, ну, как бы... Ну ладно, хоть 51 цент заработаю. Фух, потный второй день. Нет времени отдыхать. Да ладно, поступил еще один заказ. Мы готовы томатный суп готовим. Уху. Берем большую кастрюлю. Тут у меня картоха. Масло. Масло надо вылить. Вылить. Подожди. Мне нужно срочно вылить. Вылить с этой кастрюли. Куда мне вылить все это дело? Давай сюда выливаем. Вот так вот. Все это выливаем. Так, кастрюлю берем. Ставим. Куриный бульон заливаем. Куриный бульон и... Да ладно! Томатный суп варится на курином бульоне? Серьезно? Я впервые об этом узнал. Заливаем сюда куриный бульон. 700 миллилитров. Лейся. Не мешай мне 700 миллилитров. Сейчас проморганю из-за твоих... Там писулек, сообщулек. О, 800 миллилитров! Фух. Еле остановился. Молотый перец. Где у меня молотый перец? Вот он. Засыпаем туда по-быстренькому, вот так вот давай. Давай, сыпь. Сколько туда сыпать-то надо? 12 грамм. О, засыпаем всю кухню вот так вот. 12 грамм. Да, 12 грамм. Это что у меня тут? Это от лосося осталось? О, смотри, какие пятна. Ужас. Это подгорел. Как я уделал свою плиту, просто жесть. Только недавно я починил.
Молотый каенский перец. Где молотый каенский перец? У меня нет молотого каенского перца. Надо его купить. По-любому, мы зайдем в коробку. Специи. Черный перец, а каенский, молотый каенский перец. Вот он, есть у меня теперь каенский перец. Вот сюда засыпаем 12 грамм, а нет, 6 грамм. Да, 11 грамм шибанул туда. Ну ладно, подумаешь, будет перчить немножечко в горле. Так, 8 помидор в большую кастрюлю надо опустить. Хорошо. Че я буду по одному таскать? Берем кастрюлю. И начинаем закидывать туда. Раз помидорка, два помидорка. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть! Репчатый лук также нужен. Репчатый лук, вот он. Можем его так закинуть. О, он уже почистился. Нифига себе, круто, вот это магия. Ух, сколько у нас там времени? Времени еще навалом. Еще 4,22 минуты. 4 минуты 22 секунды. Есть огнетушитель. Ладно, не будем им пользоваться. Не понял. Я взял отсюда огнетушитель, тут появился другой. Ну ладно, мы этот тогда выкинем, пусть тут лежит. Давай, варись быстрее. Варись, колдую. Фух, фух, можно передохнуть. Отдохнуть, передохнуть. Навернуть пару кругов вокруг кухни. Я не думал, что тут будет так дико. Тут такая скорость, знаешь, как на настоящей кухне. Как в настоящем ресторане. Ну что там, помидоры? О, суп уже приобретает такой розовенький цвет. Господи, какая же все-таки у меня учуханная плита. Надо будет ее как-нибудь оттереть. Может быть, швабра мне поможет в этом деле. Так, швабра. Выключите огонь. Подожди, швабра, подожди. Надо выключить огонь. Выключаем огонь. Смешайте все. А как мне смешать? Мне нужен блендер. По-любому блендер. По-любому. Берем блендер. Идем сюда. Пихаем все это дело вот так вот. Включаем. И опускаем. Вот. Сдвинуть вертикально. Вертикально. Ну-ка. Давай. Вот так-то. О, да. Что-то не измельчается последняя вон та луковица и помидорка. Я не понял. Сейчас будут разборки. Вот так-то. Наконец-то. Все. Фух. Это выключаем, кладем здесь. Нужно взять глубокую тарелку. Вот такая вот у нас глубокая тарелка. Угу. Теперь что? Кладем ее сюда. Возьмите кастрюлю и направьте на миску. Нажмите. Ну, это я умею. Это я уже делал. Это я уже выливал. Я там пару кастрюль картошек с маслом выливал уже на стол. Так что главное, знаешь... Вот, вот так вот, 114, 300 миллилитров нужно налить. Оп! Да что ж такое-то, с другой... Приборщил. Ладно, может мне зато чаевые оставят. Поставьте тарелку на стойку выдачи. Фух, это было потно. Как в принципе и все. Адский какой-то день, сфоткать забыл, ну ладно. Ладно, фиг с ним. Чё мне скажут? Вау, смотри, вкус, ничего себе, за то, что мы туда перцев бахали огромное количество и сливок. Короче, все равно вкус нормальный получился. По скорости мы вообще с тобой самые скоростные, как флэш, только еще круче. Общий счет у нас ничего такой. Ну и получили мы за этот супец 34 цента. Фух, гость доволен. Жалоб нет, блюдо идеально. Все, можно я пойду посплю? Новый заказ уже здесь, одна запеченная форель. Да вы что, издеваетесь? Не-не-не, все, я пошел спать. Короче, если тебе понравилась эта игруха, ты хочешь увидеть еще адской и дикой истории то, что творится здесь на кухне, то есть тебя лайкос, комментос, подписчик, если ты еще не подписан. И увидимся в новом видео. Адиос, амигос.